Друзья, всем привет! Вот решился приготовить ужин. Так времени нету готовить полноценную еду, да? Я думаю, что целый день занят. Сейчас только пришел домой. Вот. Извиняюсь, что-то кашель. И вот решил себе яичницу пожарить. Такая вот яичница. И еще с яичницей буду пить, короче, кефирчик. Сейчас покажу, какой я кефир купил. Вот холодильника у меня до сих пор нету. И все у меня на балконе стоит. Короче, вот такой вот кефир. 3,2% Авида. Написано: вкусный и полезный кефир. Изготавливается только из лучшего молока. И, короче, буду сейчас кушать яичницу. Вот. И запивать это все кефирчиком. Друзья, ну вот я положил в тарелку себе яичницу. Вот так вот она выглядит. Вот. И, короче, кефирчик себе налил. Короче, сейчас буду ужинать. Сейчас, правда, время уже позднее, уже почти 11 часов вечера. Ну, я целый день практически не ел. Ну, так, чуть-чуть поел немножко. И вот. Решил так поужинать яичницей. Самый простой ужин. Холостяцкий ужин. Так, короче, друзья, так, чтобы вам было видно. Так, если вы сейчас кушаете, вам приятного аппетита, друзья. Сегодня к дочке ходил. Поигрался там с ней, посидел с ней, пообщался. А сейчас вот недавно пришел домой. Кефир классно густой. Вкусный. Завтра даже не знаю, что себе готовить. Может, пельмешек купить. Не знаю, или думаю, может, рыбу куплю, пожарю. Вкусно с кефирчиком. Яичница вкусная. Я вот люблю, чтобы яичница была глазунья. Вот, когда сильно зажарится, не очень люблю. Ну, глазунью люблю. Сегодня еще ходил, билет покупал в Москву. Ну, на следующее воскресенье. 4 декабря я пойду назад в Москву. И вот, короче, за неделю, да, до отъезда взял билет, а нижних мест уже не было. Только верхние места, короче. Билет стоит
1150 рублей. Ну, в принципе, недорого, но я ездил еще дешевле. Я ездил, короче, поезд, но сидячие места. Он идет, короче, 5 часов 40 минут, а билет стоит 600 рублей. В два раза дешевле, чем вот этот. А на этот, который я сейчас взял, он 9 часов идет, ну, вместо 6. Да, друзья, вкусная яичница. Но когда целый день ничего не умеешь, любая еда потом вкусная становится. Да, вкусно. Можно было, правда, еще майонезиком полить. Но майонез я не покупал. Блин, говорю, завтра даже не знаю, что готовить, но... Большие супы у меня времени нет готовить сейчас. Ну ладно, друзья, сейчас еще, наверное, телек посмотрю и буду ложиться спать. А то мне утром рано завтра вставать, в больницу надо сходить на прививку. Ну, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч.